Как идет подготовка к отопительному сезону в Советском районе и насколько школы обеспечены горячим питанием, обсудили на встрече Сергея Аксенова с главой администрации Олегом Трегубом. На сегодняшний день закупили уже 20% угля. Объекты здравоохранения готовы к осенне-зимнему периоду, в отличие от школ. Там еще есть ряд вопросов. Из них две школы в понедельник уже будут запущены, дети будут накормлены. Еще одна школа в течение недели. Четвертая школа будет в течение двух недель запущена. И последняя школа, проводится капитальный ремонт пищеблока. Получено новое оборудование. С 1 января дети будут питаться с 1 января уже в отремонтированном новом пищеблоке.